Блин, курицы в гриле нету. Вообще ничего нет, блин. Ай, отстой. Ничего нет. Они там сделали такое интересное нововведение — огнеметные танки. Ну, точнее, один только огнеметный танк 8-го уровня. Интересную физику сделали для него, но он очень ограниченным тиражом вышел его. Те, кто успели, купили. И все. Хочется курочку съесть, купить. Я там еще смотрел оливки. Если бы они были там с сыром, правда, я бы купил, если бы черные оливки были с сыром. Ой, жарко вообще, жесть. Да, надо постричься вообще. Жара. Да, раньше, когда я был худым, у меня была охуенная действительно внешность, я не ценил это. Там у меня и когда борода была, было охуенно, в черных очках особенно. И когда без бороды, с длинными волосами, тоже охуенно было. Если волосы мокрые, только в этом случае, а так, если сухие, они как парик какой-то выглядели, естественно. Вот это вот основная проблема была. Ой, жесть. Жара. А теперь я толстый, стрёмный. Лицо стало округлым. Таким... Как у хрюшки. Андрей Дмитриевич мне там доброе утро от клуба почитателей хрюши там такой-то отправил. Я оценил, в принципе, положительно. Ну да, реально стал на хрюшку похож, на свиное рыло. Я. Округляется. Скулы округляются при лишнем весе. Ну, 20 килограмм это... Ну, когда у меня было 65 килограмм, сейчас 80. Ну, я полагаю, 85. Когда было 65, ну, это крайне сильная худоба. Я реально думал, что я буду дальше худеть. И сам того не желая, помру от истощения. А оказалось ровно наоборот. Я реально боялся, что меня ждет паралич там постепенное из-за того, что мышцы атрофируются. То есть, ну, когда у меня был вес 65 килограмм, я думал, пиздец, хоть бы пронесло. И вот меня пронесло, я стал жирным. На 20 килограмм набрал. Вообще. Вот так пронесло.